Меня зовут Дмитрий Романов, это мой друг Евгений Воронецкий. Приехали из Москвы специально, чтобы поздравить вас с праздниками, в частности, с Днем Шахтера. Ехали мы долго, какую-то часть летели. Какую-то часть на собаках. Какую-то часть побежали, но мы добрались, все хорошо. Друзья, почему мы здесь сегодня собрались? Потому что администрация Углегорского городского округа и Восточная горнорудная компания приветствует вас всех здесь сегодня в вашем городе Шахтерске в этот прекрасный летний день. Ура! С праздником вас! И предлагаем все вместе друга поздравить, громко пошуметь, поаплодировать, похлопать, подопать. 3-4! Команда будет называться «Сальчетки». Все понятно? Надо будет «Фахрискай». Добрый вечер, дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником Днем Шахтера! Ура! Я первый раз прочитал «Поедание тормозков», я вообще не понял, что это значит. Но мы были уверены, что есть тормозок, ну термос. Мы были уверены в этом. 3, 2, 1, поехали! Восемь минут прошло, 8. Сегодня большой праздник шахтерский. Во многих семьях можно будет не готовить ужин. Еще 2 недели. Среди этих людей находится чемпион прошлого года, который сейчас посмотрел на 4 бутерброда, повытирал правый глаз. Зовут его Максим Дунов. Алена. Пришла ваша мама. Максим! Максим! Это девушка, которая влюбилась в Максима еще в прошлом году. Еще в прошлом веке. И вот уже год ходит за Максимом и кричит: Максим. Он ей должен денег. Давайте все вместе! Жуй! 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 2 минуты 30 секунд! Ты получаешь конверт, в котором находится 50 тысяч рублей! Получаешь кепку, футболку и, конечно же, объятия и поцелуй от великой Марии! Ура, друзья!
I'm on fire. I'm on fire.